вечер. Вот пока собирался выйти к вам, хожу там. Там есть место такое, видимо, специально такая площадка, как для взлета. Хожу и думаю, с чего начать. Видимо, так будет всегда, потому что имеем дело мы с безмерностью. И сама суть этой безмерности в самом слове «человек», «чело веков развития», «миллиарды лет эволюции», «безмерность» с именем «ребенок». И бывает, смотришь, взлет, вроде бы вот ее постиг, вроде бы все, счастливое мгновение. Правда, остановись не хочется говорить, хочется, чтобы еще были новые мгновения, новые открытия. Потом смотришь, как оплеуха, разочарование, горечь, боль, и снова так та самая старуха у разбитого корыта, и кажется, что ничего не знаешь, ничего не получается. И так, наверное, будет бесконечно, потому что так мало мы знаем о человеке. Так мало мы можем работать с ним. И давайте мы вместе с вами сегодня осмыслим все-таки, что же такое это удивительное чудо, это бесконечная тайна человек. И как же нам сегодня, когда мы смотрим, как угасает здоровье детей от класса к классу, мы на съезде говорим об этом, в 3 раза, не на 3%, не на 2%, не на 25%, а в 3 раза. Хотя есть данные более жесткие. Как нам вообще сегодняшним людям, кто еще жив, здоров, кто еще способен мыслить, как вообще спасти жизнь? Потому что от человека, каков он сегодня, сколько он реализует своих возможностей, зависит судьба нашей планеты. Если мы как-то вот так раньше все больше спорили о методиках, менять учебники, не менять учебники. Сейчас подходим все больше и больше к более глобальным вопросам. Жизнь, Вселенная, биосфера, человек. Потому что где-то мы, что-то мы не понимаем. В этом диалоге ребенок, природа его, и мы взрослые. Вот с этим я, как с открытым забралом, пришел к вам и говорю вам «здравствуйте». Я считаю, что эксперимент нужно обязательно продолжать. Почему? Потому что мне в этой школе самое главное нравится то, что нашим детям раскрепостили ум. Раскрепостили ум, они им дали свободу действия. Вот. Эти наши дети сейчас в буквальном смысле слова вырывают своего ума, своей головы таланты, понимаете? Мне, например, нравится. Дети стали очень просто, понимаете, другими, совершенно учителя другими. И дети стали, да, товарищами. Они вот друг друга стали понимать. Понимать это же стали так друг здорово. Друга. Ну, вы понимаете? О чем еще это, можно по-моему, говорить? Самое главное в жизни, когда дети понимают друг друга. Дети. И вдруг у меня сын, сейчас ему 14 лет, он вообще почувствовал себя человеком. Они с учителем на «ты». Я думаю, это самое главное. Я хочу добавить словами сына. Да, да. Он говорит так, что даже, значит, те, которые ленились учиться раньше, дети, да, сейчас, говорит, как их будто бы подменили. Так вы знаете, у нас разницы, во-первых, нет никакой в детях. Дети вообще, вот. Они сейчас совершенно вообще по-другому думают. Ой, вот они как себя друг друга оскорбляли, били туда-сюда. Сейчас у них уважение. Друг друга на «вы», друг друга подстегивают. А еще, так сами дети, дети говорят, делают. Мама, если я семиклассник, и я этого урока не знал, то посидя сейчас с десятиклассниками, я знаю их материал, и который я пропустил раньше. За 6 класс, за 5. Ведь вы знаете, у них же теперь классов нет, у них разновозрастковые группы. Вот разговаривала и с родителями, и родители говорят, хоть мы сейчас не такие нервные, придешь на собрание, и ругают, и ругают. Все, что можно услышать, да. А сейчас нормальные дети, нормальные родители. А возьмите досуг. Сейчас вы смотрите, сколько, значит, этих концертов стало. Конечно. Как у них это, понимаете? А секции? Да, да, какие секции? Да вы посмотрите, смотрите, мы дома на рожу. Они 10 часов за школы не выгонишь отсюда. И школы не уходят, дома не видим. Когда мы в апреле от станицы ездили защищать эксперимент. Эксперимент был под угрозой. Родители собрали деньги нам на дорогу. Выделили людей, нас 7 человек ездило. Сказали за свой счет. И, в общем, мы были там в Академии педнаук, попали на научный совет. Конечно, мы оттуда, впечатление у нас ужаснейшее. У нас даже на сходках, вот в Азовской, сход граждан, и то
был намного организованнее, чем было там. Ну, это не важно. Вопрос в том, что мы посчитали, что эксперимент мы отвоевали. Почему-то всегда новое так трудно, ну, в жизнь вот пробивает. Особенно тем, кто вот это дело первым начинает. Почему-то всегда стараются много завистников. Вместо поддержки начинают бить. И бьют именно вот так, чтобы раз и наповал. Станица Азовская не богаче и не беднее других. И молодежь здесь не задерживается, и дорог нет, и в магазинах не густо, и школа была здесь, как везде. Щетинин приехал сюда в октябре 87-го. На сходе станишников рассказал о своей мечте, школе радости для детей. И станишники решили, нам такая школа нужна, нам Щетинин нужен. Школа Щетинина могла быть в селе Ясные Зори на Белгородчине, могла в селе Зыбкое Кировоградской области. Оба раза эксперимент был разгромлен, а имя Щетинина предано анафеме. Все, кто знал об этой отчаянной борьбе, думали, что подняться в третий раз Щетинин уже не сможет. Казалось, это выше человеческих сил. После позора, оскорблений, унизительных разбирательств, после того, как заставляли детей отрекаться от учителя, после всего этого подняться еще раз, кто бы смог? Но он решился на третью попытку в станице Азовской на Кубани. Там теперь говорят так. Начался эксперимент, началась станица, перестройка. На каких основах мы строим свою работу? Точнее, хотим, чтобы она была построена. Это прежде всего принцип природосообразности. Бережность к природе ребенка. Обрати внимание на то, что дети у нас спят большую часть учебного времени. Если помните Шацкого, он писал, 4/5 учебного времени дети спят на уроках. Мы так более мягко оцениваем, говорим, 2/3 учебного времени, зная о том, что это ненормально, потому что есть такой закон оптимизации информации, система всегда живая, стремится к информации, избегает избыточности, но никакая живая система не может быть в полусне. Мы на это обратили внимание, считаем, что одна из причин этого нездоровья состоит в том, что мы постоянно работаем с одним каналом связи, через слово, слово-знак. Если бы в школу пришел бы Гамлет, осмыслив все, что мы делаем, он сказал то же самое, что он сказал. Слова, слова, слова. Вот через что мы работаем с человеком. Слова. Мы ему рассказываем, как надо любить Родину. Мы рассказываем ему, какие прекрасные у нас написаны произведения в области изобразительного искусства, какие у нас композиторы. Мы рассказываем, как вообще надо жить на свете, к чему готовиться. Мы рассказываем, рассказываем, рассказываем. Потом вдруг вырастает учитель, и он рассказывает по рассказам о жизни, и так бесконечно, вот рассказывающий, рассказывающий, и говорящий, потом болтающий, находящийся место в жизни. Поэтому мы хотим, чтобы школа была наполнена живой мыслью. Наши уроки 35-минутные, короткие, чтобы каждая секунда была наполнена активной деятельностью, помня, что гений – это энергия из ряда вон выходящая. Мы хотим, чтобы каждый следующий урок был бы развитием других информационных подсистем, не только ту, которую мы называем вербально-знаковой. Поэтому в нашем учебном плане предметы музыка, изобразительное искусство, хореография, физкультура на равных с математикой, физикой, химией, литературой. То есть на один час предмета, как бы сказали физиологи, вербально-знакового цикла, один час предмета образно-эмоционального. Или еще по-другому, 3 часа предметов тех, которые мы раньше называли основными, на них 3 часа предметов, которые мы называли раньше, да и до сих пор называем, вспомогательные. То есть ежедневные уроки физкультуры, ежедневные уроки музыки, ежедневные уроки изобразительного искусства, художественного труда. Вот это вот еще один шаг навстречу природе. Третий шаг – соединить сознание одном прекрасного разрозненные части. То, что, в общем-то, свойственно человеку – соединить. Очень близко здесь расшифровывается разум, разом. Помните Григория Георгия Иванова? «Душа черства, и с каждым днем черствей. Я гибну. Дай мне руку». Нет ответа. «Еще я вслушиваюсь шум ветвей, еще люблю игру теней и света. Да, я еще живу, но что мне в том, когда я больше не имею власти соединить в сознании одном прекрасного разрозненные части?» Нам кажется неправомочно разъединять. Математика сама разрознена внутри себя.
физика внутри себя. Мало того, они друг с другом не связаны, поэтому интеграция, поэтому целостные курсы. Мы не хотим, чтобы учение было разрознено, разорвано на кусочки мелкой информации, чтобы ученик, доходя до 10 класса, не знал вообще, что было с ним и что есть такое мир, в котором он живет. Мы хотим, чтобы главным вопросом школы был вопрос о том, что такое человек, зачем он, что такое жизнь, как вообще жить, как действовать по-человечески, чтобы каждый урок был наполнением новыми знаниями именно в этом направлении. Смысл жизни, склонность, первый признак одаренности. Поэтому каждый из детей – это рябина, это береза, это кедр, а не вообще дерево, вообще ученик. И мы с вами не те безжалостные лесорубы, которые просто режут, чтобы просто дать урожай, просто, вернее, собрать как можно больше, выпустить, чтобы потом куда-то пошло, неважно, куда пошло, и что потом будет с лесом, который остается. Мы должны быть очень бережными. Ты в березу растешь, становись березой, и я буду с тобой как с березой говорить, а ты кедр, а как я могу узнать, кто ты, если ты сам себя не реализуешь, не проявляешь себя? В твоей склонности твоя природа, твой генокод требует расшифровки. Поэтому я буду очень бережным с тобой. У тебя есть склонность? Пожалуйста. Если хочу, удовлетворяй свои потребности. Я буду помогать тебе. Человек самодвижущийся. Удивительное чудо из чудес. Я буду очень бережным в контакте с тобой. Вторая половина дня – занятия по интересам. Кафедры. Кафедры математики, кафедры физики, кафедры химии. Состав группы небольшой. 7 человек, 8 человек. Неважно возраст, важно интерес, направленность интереса к предмету и к учителю. Вот они вместе встречаются и вместе проживают жизнь. Здесь очень много людей, с кем я начинал. Здесь с кем иду. И вообще я хочу, чтобы вы знали, что здесь стою я не один. Мне не первый раз предлагали выйти сюда. И мне все хотелось обрасти ансамблем. И вот сейчас у нас есть этот ансамбль. Это учителя, учащиеся, родители Азовска. Их здесь их 46 человек. Поэтому я себя здесь чувствую крепко и готов, если надо, сражаться. Теперь я не один. Я жду ваш вопрос. Михаил Петрович, вы много сегодня говорите об учителе. И вот здесь сидят ведь и учителя, и ученики. И, наверное, к сожалению, немногие могут вспомнить своего учителя. И с гордостью сказать, что вот у меня в жизни был такой учитель. А у вас в жизни был такой учитель? Один, несколько. Но вот о котором вы сегодня, или, может быть, он есть сейчас, вспоминаете с гордостью и с такой душевной теплотой, которым вам дал очень много. Вы знаете, я думал об этом. Так случилось, что я не любил школу. У меня до сих пор перед сентябрем чувство тревоги. И я ее до сих пор ненавижу. Я ненавижу за вот те мои прежние Мишки Щетинина муки, когда на линейке, и тебя по-черному выдают. Я ту ненавижу. Может быть, потому я и пошел в школу. Я никогда не думал, что я пойду, буду учителем. Я хочу, чтобы она была другой. Я хочу, чтобы наши ребята ждали сентябрь, радовались ему. Учитель, мои родители, они здесь сидят, мама, отец. Может быть, потому, что всегда была вера, всегда на моей стороне, до сих пор, всегда. Я знаю, что бы ни случилось, там всегда, абсолютно, будет поддержка.
Вам не кажется иногда, что вот Михаил Петрович не ваш сын? Вы рабочие люди. Да. У вас, так сказать, был рабочий уклад жизненный. И никогда таких, так сказать, о высоких материях, наверное, и разговоров не было в семье, ничего такого не было. А вот сейчас мы слушаем телезрителей, буду слушать Михаила Петровича. Это мощный философский разговор о том, о мироздании, о космосе и так далее. Вам иногда не приходит в голову, что это не ваш сын? Нет, подождите, подождите. Иногда бывает, у меня иногда было так. Думаю себе, откуда вы не в самом деле? Я не педагог. Если бы это был бы разговор за какие-нибудь деревяшки по работе, это бы дело было бы иное. Вот. Как обычно, как обычно бывает у отца, у тракториста, отец тракторист и детям механизаторы. Ну вот сколько я с ним разговаривал, про бочки он никогда со мной не говорил. Никогда. Нет. И это действительно верно. Вот я сам, правда, иногда думаю, в самом деле, как он сильно увлекся педагогикой. Он очень много читал. И любит вот. Детей. Он а за детей любит. Уже говорить нечего. Он вообще он не слышит, когда ему что мы говорим. Не слышит? Не слышит. Вот мы говорим, не слышит. Но если разговор за ребят, все, тогда готово. Вот иногда даже ревность какая-то берет. Да? Вот просто даже как-то думаешь, да что на самом деле, ебов? Я к нему обращаюсь, а он, значит, не слышит. А он школой такое. Живет. А у него свое. Да что, собственно говоря, за него говорить? Да мы сами-то уже в России в эту школу. Я зовут Ивановская Катя, я пионер-вожатая школы 429. Я очень хочу быть учителем. Но скажите, пожалуйста, с чего начать переламывать, перепахивать этот стереотип школы? Ведь за все эти годы мы добились того, что у детей пропал вообще огонек во взгляде. Мы отбили у них желание к творчеству. Как зажечь этот огонек, и какой учитель может это сделать? Катя, хочу быть очень кратким. Горите сами, и будет гореть ученик. Верьте себе, вот как будто вы и есть то самое лучшее, что есть на этой земле. Если себе поверите, себя будете уважать, внутри будет гореть огонь. Если у вас будет определенные четкие позиции, вот это никогда не позволю. А что такое это никогда? Хамство. Это грубость. Это... Озлобленность, отчужденность, холодность никогда не позволю. Грязь на полу, в душе. А что, за что? Определиться. За тебя, за все лучшее в тебе. А он вас обижает, а вы к нему. А он вас обижает, а вы верите. И когда он видит, что вы смотрите на него с высоты его духа, на его высоту, он пойдет за вами. Ну, если так вот в общем, в основных чертах. Вот это, мне кажется, есть то, без чего нет учителя. Можно выучить математику, физику, химию, знать хорошо предмет свой. Но если это у тебя нет, я имею в виду себя, не вас, я про вас только на вы говорю. Если этого у тебя нет, учитель, то ничто не спасет. Сколько у нас таких беспомощных, пляшущих у доски, когда вроде он все знает, а отдать не может. А потому что нет стержня. Михаил Петрович, а как вы работаете с трудными учителями? Как раз есть такой вопрос к директору конкретно имеет отношение. Но я отвечу вам. Трудный учитель. Очень хороший вопрос. Трудный, часто самый интересный. Как трудный ребенок. Трудный, потому что имеет свое мнение. Трудный, потому что ищет по-своему. Трудный, потому что имеет позицию. Такой трудный, это прекрасно. С таким сотрудничаем. А если трудный, напротив, не имеет своей позиции, не имеет своего мнения, всегда за, никогда против, всегда плетется в хвосте и в колонне, он ищет затылок, то первый, я второй. Мы вот сейчас все рассыпаны вроде бы, да? Колонны нет. Как много у нас трудных, которые ищут затылок. За кем пойти? Что же дальше делать? Почему нет указаний? Вот с такими трудными я бы не хотел работать. Михаил Петрович, я думаю, что вы идете по пути не совершенствования отдельных методик,
а принципиально новому подходу школы. То есть я так говорю, что вы ломаете классно-урочную систему, если вас будут мерить по старым меркам, то тогда вообще ничего хорошего не будет. Но у меня вот такой вопрос, я его задаю вот именно публично, а не вам лично. Какие вы видите на сегодняшний день опасности, проблемы, которые у вас могут возникнуть? Наверное, их нужно прогнозировать, чтобы заложить предостережение, чтобы и мы вам могли в этом действительно помочь. Это у меня вопрос к вам. А к учителям, потому что я их вот тут вижу всех вместе, не возникает ли противоречия учителя, творчески работающего при вашей системе, работая в ансамбле? То есть личное творчество учителя самобытное. Когда, так сказать, необходимость работать в ансамбле, так сказать, не наталкивается ли оно на какие-то противоречия? Вера Петровна, трудности могут быть в слепоте движения. Вот чувствую я сейчас вот так. Вот мне хочется, чтобы было вот так. И не думаю, а почему я так чувствую? Почему я так хочу? Мы сейчас вот с первых же шагов старались сделать все, что возможно в рамках и края, и сил научных, которых мы знаем в Москве, чтобы, как говорят, зафиксировать тот уровень, с которого начинаем. С тем, чтобы потом не спорить вообще об уровне вообще. Вы знаете, мы провели глубокие медико-биологические обследования наших ребят, детский сад, школа, с помощью нашего Кубанского института физкультуры. И ежегодно будем такие же глубокие, как говорят, срезы делать. Что мы делаем в области здоровья? Куда тенденции? Мне приятно говорить здесь именно в этой редакции, что пока не было у нас ни разу вот здесь укола оппонентов, потому что по всем параметрам развития физического наши дети превосходят сверстников. Но мы хотим вот этот факт более детально, более глубоко осмыслить, потому что налицо прирост здоровья. И это очень важный аргумент в пользу нашей системы. И третье. Возможны трудности, разрыв с родителем. Родитель, оставаясь на том уровне осмысления действительности, и будем прямо говорить развитие, он рано или поздно начнет, удивляясь движению, не понимая движения своих детей, сдергивать вниз. Поэтому мы сейчас озабочены тем, чтобы наши родители считали для себя нашу школу центром культуры. И поэтому, если вы обратили внимание, я говорил, у нас здесь в нашем центре спортивно-оздоровительный комплекс, куда, кстати, входит лечебно-профилактический центр на 100 мест. И для станичников наших, для педагогов, для учащихся. Вопрос к учителям был. Повторите, пожалуйста, его, потому что я длинно отвечал. Вопрос у меня такой, что не мешает ли работа в ансамбле и в той системе, которая у вас? Микрофончик возьмите. Творческому самовыражению каждого педагога. Ну, в отношении ансамбля мы попытаемся ответить ансамблем. Меня зовут Грек. Я не уберег огонь в пещере, и люди моего племени прокляли и выгнали меня. Теперь я обречен погибнуть. О, боги, за что вы меня покарали? Стань, ты человек. Ты должен быть сильным и смелым. Стань, человек. Стань, человек. А человек ли я? Ребята, сегодня у нас с вами по, знаете, невероятному стечению обстоятельств первобытная община человек. Мальчик Крэг, которого изгнали из своего племени, потому что он не уберег огонь. И вот сейчас представитель 20 века поднимал его с колени и говорил: «Встань, ты же человек!» А он вам задает вопрос. Еще раз, Крэг. Человек ли я? Человек ли он? Посмотрите на него внимательно. Можем ли мы назвать его своим человеком? И вот сейчас мы с вами поработаем следующим образом. Крэг очень хорошо знает жизнь первобытного человека. Он на своей шкуре, в полном смысле этого слова, это все вынес.
Сейчас экипажи думают, и каждый экипаж имеет право задать Креку любой вопрос. Из этих вопросов мы должны создать с вами образ первобытного строя. Ясно? Все экипажи думают. Они жили. Готовьте задать вопрос. Как появился? Вопрос, давай. А откуда вы взяли краски? Краски мы добывали с растений. Мы растирали их, высушивали, а потом наносили на кожу. Или же из крови животных. А зачем вы наносили на кожу краски? Ну, это сложный обычай. Вы видите, что у меня преобладает белый цвет. Значит, я шел к вам с мирными намерениями. Черный цвет – это для отпугивания злых духов. Зеленый цвет – это знак природы. Зеленый с голубым. И красный цвет – это знак воина. Это моя ритуальная раскраска. Это орудие предназначено для охоты на мелких животных. На кроликов, зайцев. Я сделал его, я нашел толстую палку. В нем было дупло, в этой палке. Я подобрал под него камень и все это связал жилами животных, чтобы камень не выскользнул. Теперь это грозное оружие в руках воина. Почему я еще в шкурах, а вы почему же вот совершенно в других шкурах? Эти шкуры более красивые, более нежные. Почему вы так отличаетесь от меня? Смотрите, какой вопрос. Давайте, почему мы стали из таких вот такими? Но где мы видели ансамбль, кроме басни Крылова, который работает сам по себе? Басня Крылова раз, веселые ребята два, да? Попытка создать ансамбль. Ансамбль только тогда, когда мы работаем друг на друга. Я, например, не мыслю работу нашего гуманитарного блока без работы блока Андрея Александровича, который является совсем противоположным. Возможно, мы стоим на пороге того, что мы можем чего это такое открыть. И вот почему, вот мое такое мнение. Смотрите, если вокруг простого заряда есть поле электрическое, и вокруг движущегося заряда есть магнитное, другое поле, вокруг неподвижной массы есть гравитационное поле? Так, возможно, есть какое-то поле вокруг движущейся массы, которое будет сходно с вот этим вот, как бы с закона Ампера для движущейся массы. Прежде чем мы начнем экипажную работу, маленькая пауза, а потом задание экипажа. Ту, которую я вам как-то пел на предыдущем погружении, а вы ее забыли. В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы, ее глаза в иные дни обращены. Там хорошо, там лишних нет, и страх не властен над годами, и все давно уже друг друга прощены. Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, и музыканты все в парадных пиджаках, но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка целебней, и дирижер ломает палочку в руках, но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка целебней, и дирижер ломает палочку в руках. Не скорблю своей слезы, своей судьбы слезой поспешной и напрасной, но вот о чем я сокрушаюсь иногда, ведь что мы сами, господа, в сравнении с дамой той прекрасной, и наша жизнь, и наши дамы, господа, она, быть может, и теперь ко мне, как прежде, благосклонна, и к ней за это благосклонны небеса. Она, наверное, пишет мне, но постарели почтальоны, и все давно переменились адреса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны, и все давно переменились
лица. Итак, задание экипажа. Задание экипажа. Если уже возникает затруднение, рука командира экипажа или консультанта. Ну, как можно установить наличие поля? Ну, это самое. Как вы думаете? Заряжены ли? Заряд-то просто, а частицы ведь заряжены. Поэтому, он говорит, сегодня я отработал так на тебя, что приятно было посмотреть и забыл даже про физику. Я говорю, я сегодня так работал на тебя, и мы вообще все, что... Не то, что физика, тут и лирика. Вот со стороны лириков, а со стороны физиков. А что касается, Вера Петровна, противоречия, то есть я здесь его просто не вижу. Неужели ансамблевая работа не предполагает раскрытие личности каждого учителя? По-моему, это не противоречие. Даже обуславливает раскрытие. Как будет складываться судьба ваших детей после окончания школы? Смогут ли ваши дети поступить в нормальный, в кавычках, нещетининский вуз? Представьте себе положение ученика, у которого нет домашних заданий. Представьте себе возможности пойти на кафедру математики, физики, химии, биологии, то есть то, что тебя интересует больше всего. Представьте себе возможность ученика, осваивая основу, тот минимум, базисный минимум, в первой половине дня, как на производстве, во второй половине дня заниматься от собственных устремлений. Я думаю, если он в течение 10 лет будет идти от самого себя к своему собственному вузу, он с большей гарантией имеет возможность в него войти студент. Но здесь я прочитываю и другую интонацию. Как будет складываться судьба ваших детей после окончания школы, ведь точка, а потом второе предложение. Часто говорят, вот если вот они будут в такой среде, вот если вот они будут такой, а потом попадут, она совсем другая. Мне думается, что гораздо мы больше рискуем в целом, когда мы, зная, что жестокость ждет, погружаем в мир жестокости и на всякий случай останавливаем их расцвет. Помните у Яноша Корчика, это такая, кажется, страшная сама по себе мысль, ребенок имеет право на смерть. Он имеет в виду, что мы ограничиваем ребят. Мы боимся, чтобы он туда не попал, там не встал, здесь, чтобы, значит, не вошел в какую-то компанию вредную, боимся, и поэтому на всякий случай вообще ограничиваем его. Мне кажется, это вот нечто близкое. На всякий случай убить, чтобы кто-нибудь потом насмерть его не прихлопнул. Нет, давайте мы сделаем все, чтобы он жил на старте, с полным расцветом своих сил, чтобы он входил в эту жизнь и боролся. Да, будет больно. А что разве сейчас не больно всем нам, кто прошел ту самую традиционную школу? Да, ему будет больно, он будет более сильным. У него будет образ... Каким должен быть человек? Какой должна быть вообще жизнь? И за это стоять, как на Сенатской площади. Я такими вижу наших ребят. И очень хочу, чтобы они такими были. Ну, поскольку наша все-таки редакция спортивных передач, тут есть такой вопрос, я не могу на него не отвечать. Не кажется ли вам, что все усилия по физическому развитию будут сведены на нет экологической ситуацией? Не кажется. Убежден. И мы сегодня неправомочны, говоря о проблемах детства, снимать с повестки дня самый центральный вопрос – экология. Самый центральный вопрос – природа, жизнь. Я бы сегодня... Вот когда я слушаю все наши пресс-конференции международные, когда мы говорим, там вот, надо спасать мир от ядерной войны, я бы в качестве альтернативы сказал, товарищи, ядерная война быть может и быть не может, это еще мы можем там договориться. Но идет страшная война, уже идет страшная война. Гибнет уже человек,
уже гибнет жизнь. И надо сейчас нам фронтом стать, зашевелиться в конце концов. Ведь придет час, когда не с кем будет и не о чем говорить. Мы же исчезаем. Мы в Красную книгу стали в очередь, и причем не последние в ней. Отношение к спорту высоких достижений. Разное на этот счет мнение. Я не хочу вникать в ту самую кухню, как это все делается, там политика этого спорта. Но высокие достижения в спорте – это хорошо. Почему? Потому что высокие достижения в спорте – это еще одна высоточка возможного в человеке. И если эти высокие достижения не самоцель, если они идут на человеческой основе, если не в ущерб целостности, я за высокие достижения. Они нам очень нужны. Это, как знаете, как гипноз. Ты можешь, человек, смотри, иди туда, в ту сторону. Что мы обычно делаем с детьми, с нашими? Ты посмотри, Лобачевский выискался. Ты посмотри, Чайковский нашелся. Мы его упрекаем тем, что он, быть может, встанет на такую высоту. И на всякий случай режем эту высоту. Один говорит, играй, сынок, ойстрахом станешь. А другой говорит, играй, сынок, на свадьбе кусок хлеба заработаешь. Разные позиции, правда? Высота, зов и пришлепывание уровня. Первый класс, вам положено для первого класса задача. Второй класс, вам положено для второго класса задача. Я еще маленький. Почему я сказал, когда говорил об учителе, о моих родителях? Я хочу вот сказать о моем отце. Он ни разу, никогда не говорил со мной сверху вниз. Я никогда не думал, что мне еще рано быть мужчиной. Я все время тянулся. Я до сих пор потому в очень трудных ситуациях жизненных советуюсь с ним. Потому что он на меня не смотрел, как на маленького. Нам нужна высота, как образ, куда нужно идти. Может быть, мы в общем, друг друга забиваем вниз. Пошел вперед учитель, а коллега говорит, расстроенный, это в нашей азовской школе я это вижу. Вперед пошел учитель, ну, думаем, урок открытый, порадуется. Я расстроенная. Почему? Я так не смогу никогда сделать. Да порадуйся тому, что сделал твой коллега. Поаплодируй, человек. Мы даже в сорадости вроде бы уже так поднаторели. Вернее, в сострадании, а вот в сорадости не хватает мужества. Зов к высоте. Поэтому я за высокие спортивные достижения, но на базе целостности, на базе, подчеркиваю еще раз, уважения к природе. В азовской школе ребята учат спорить, а не соглашаться. Спор начинается в игре, а продолжается в классе. Может быть, одно без другого невозможно? Пройдет год-два, и будут в этой школе суперсовременные тренажеры, теннисные корты, конные манежи, гимнастические залы, будет, наверное, и бассейн. Но сейчас, здесь, на этой баскетбольной площадке, где и корзины без сеток, на футбольном поле без разметки, без раздевалок, без душевых. Уже сейчас здесь есть то, чего, мы уверены, нет во многих школах. Культ здоровья ребенка, уважение к его возможностям. Чего ты хочешь? Что тебе нравится? К чему ты стремишься? Твоя цель высока и достойна. Мы верим в тебя. Мы вместе с тобой. Недаром по вечерам в спортивном зале и дети, и взрослые, и учителя, и родители. Снимая эти кадры, мы думали, почему же физкультура стала для наших детей таким же нелюбимым предметом, как и все остальные? Почему в спортивные залы на уроки физкультуры детей загоняют угрозами? Почему стремление к совершенству своего тела превращается в ненависть к обязательным спортивным нормативам, не выполнив которые, не получишь аттестат? Почему дети считают, не для здоровья нужна физкультура, а для отметки? Нет, в Азовской все не так. Что может заставить вас отступить от цели? Ну, есть ответ – смерть. И другой ответ – когда я увижу, что я мешаю движению. Ох, как мне хочется! Как мне этого хочется! Вы не представляете, как страшно остаться в роли
ведущего формально. Это страшно. Вот, но от цели я не отступлю никогда. Вы знаете, мне неудобно все-таки сидеть, но вы же учителя меня поймете. Когда сидишь, какое-то такое ощущение, будто что-то у тебя забрали. Мы привыкли стоять перед человеком. И, может быть, это и правильно. Я читаю сразу. Сегодня многое перед чем преклонялись, считается развенчанным. Может быть, поэтому наши дети растут бездуховными. Очень сложный вопрос. Очень трудный вопрос. Я на него хочу ответить так. Помните покаяние? Улица, не ведущая к храму. Я хочу скорее вместе с младшими товарищами разобраться, какая это улица до конца. Скорее. Мы очень долго тянем намеками. Долго очень идем вот к откровенному разговору с человеком. Я хочу, чтобы мы знали всю правду и роста, и падений. Я хочу, чтобы были у нас корни, наши корни, нашего народа. Народа ведь нет, если нет корней, нет у него веры. Быть может, вот такой способ сечения истории, он из самого сталинизма и проистекает. Мы тоже дети своей эпохи и так безжалостны к своим корням. Это все оттуда же, отрекись от любимой. Это все оттуда же, отрекись от своего отца, от матери. Поэтому я согласен, что такой подход, если в нем нет бережности к корням, он, конечно, ведет к бездуховности. Но бездуховность не только состоит в том, что вот мы так мыслим о нашей истории. Я вижу бездуховность в том, что у нас из наших классов уходит народность. Я бесконечно преклоняюсь перед моим другом Шалвой Александровичем Мамонашвили. И когда я приезжаю к нему в Грузию и вижу грузин, поющих грузинские песни, молодых, не беззубых, молодых, танцующих грузинские танцы, мне по-человечески радостно. Почему мы не смотрим в наше народное, грузины в грузинское, армяне в армянское, русские в российское? А у нас история, как мы проходим историю. События в 43-м году. Там было несколько фамилий и все. А ведь сидит внук, правнук, деда, прадеда, который там воевал, почему не сказать о нем конкретно и встать перед его памятью, конкретной памятью? Вот нам не хватает того пристального отношения к своим корням, вообще уважительного отношения к своим корням. Что мы делаем с молодой семьей? Мы ее лишаем возможности иметь корни. Старики нуждаются в молодых, молодые стариках. Вот этот диалог времен, вот здесь бездуховность. Ну, коварный вопрос. Сейчас станица Азовская у вас третья попытка создания новой школы. В чем причины неудач первых двух попыток? Одна из первых причин состоит в следующем. Вы знаете, ни один талант не расцветет, если он не заказан временем и обществом. Ни одно явление не раскроется, если оно не затребовано. И школа в том числе. Если школа развития личности не была нужна, и еще я вам скажу так, что пока что мне, например, до конца неизвестно, нужна ли она нашему сегодняшнему управлению, я бы не стал говорить обществу, управлению. Вот если она будет нужна, то третья попытка будет удачной. А если мы будем играть словеса,
Мы за развитие личности, за всесторонность и гармоничность, а на деле хотя бы и третья попытка может кончиться трагедией. Почему не получилось? Как вы думаете, почему разгромлен был тот эксперимент? Как вы считаете? Вы видели все это своими глазами, переживали? Это знаете, это сказать. Вопрос трудный. Вы кое-что и не пропустите даже. Ну, вы скажите. Да, вы решите, может. Вы скажите. А кое-кому не понравится. Тем более скажите. Вот. Знаете что? Это я со своей колокольни могу только так сказать. Что многим, не всем, конечно, но многим не нравится этот эксперимент. Тут надо работать. Тут надо с детьми возиться. Короче говоря, здесь надо отдавать всего себя детям. А ведь милое же дело взять сумку, 2 часа отбыть, сумку взять и пойти домой. Зачем лишнее тратить? А он ведь, он же заставляет, не он лично, так дети заставляют быть саморабот. Преподавателя, саморабот, преподаватель заставляет его быть в школе, больше с ним, с ребенком, потому что это же ребенок, он же настолько, ему все надо. А в его школе как раз оно все это есть. Порой бывает вот до слез обидно. Если хотите, скажу правду. Вот такой мысль, такая вот бывает, особенно вот в последнее время. Если только еще здесь помешает, это разные мафии, если тут помешает, честное слово, думаю себе, поеду в Москву, зайду в Кремль, сяду около двери, до тех пор не уйду, пока Михаил Сергеевич не примет меня. Вот примет, расскажу ему все. Он-то и сам-то не хочет. Я ему говорю, напиши. Да зачем, папа? Не надо все это. Все это не нужно. Как не нужно? Надо же бороться. Вот. А он, понимаете, он все считает это неудобно. А я по-стариковски пошел бы. Ей-богу, добрался бы и добился бы, и рассказал бы все. Вот до того доходили, вот просто я вот вам как людям говорю, что теряли веру во всю власть. Вот. Как это можно было, вот это детей вот допрашивали через КГБ, это же просто преступление, я считаю. Как вы думаете, кем это было организовано? Кем? Нет, милая моя, прежде чем сказать, это надо же иметь основание, кем было организовано. Ну, начиналось это. Ну, во всяком случае, не с колхозника это дело. Нет. Значит, это же свыше пошло. Значит, это дали указание. Ведь, ну, министерство же не миновало этот вопрос. Ясное дело, как же. Ну, кто это министерство? Ну, конечно, украинское. Конечно. Ну, началось с обкома. Что я могу сказать? Есть другая причина. Во мне, в самом. И было бы очень неверным с моей стороны умалчивать. Тороплюсь. Мне все кажется, что надо быстрее. Надо быстрее. И честно, я и сейчас тороплюсь. И хочется быстрее. Посмотришь, вроде бы что-то сделано, мало, быстрее. Я оторвался. А надо же идти-то вместе, мы ансамбль. Чуть оторвался, чужой. Вот удержаться бы, так, чтобы мы торопились все вместе. И когда мне вчера Валерия Сергеевна говорит, Михаил Петрович, будьте спокойны, мы с вами. Это самое главное. Вот мне особенно приятно было сейчас взять в руки цветы. Вот именно от этой женщины. Это Вилет Сергеевна Лукьянова, первый заместитель генерального директора Центра комплексного формирования личности. Это мой самый первый, самый ближайший помощник. И когда меня спрашивают, почему Азовская, я всякий раз отвечаю, потому что первая встреча была с нею. Спасибо вам. Очень важно, чтобы с нами рядом были такие люди, когда думаешь вместе, поворачиваешь спиной, не ожидаешь удара.
когда уходишь и знаешь, что есть, кто всегда стоит на посту. Это очень здорово. Как мало у нас таких людей. Чаще всего спина и тут же думка черная. А что если? Если она скажет, и все мои коллеги, станица наша Азовская, скажет и завтра, и послезавтра, так же точно, не будет трагедии, будет победа. Вот в это я верю. Как вы относитесь к понятию «новый человек»? Это просто нормально развитый, полноценный человек. Вот он есть новый. Поэтому мне кажется, все, что сегодня старое, это неполноценность наша. Новый человек, свободный человек, открытый. Открытый навстречу движению. И сам движение вперед. Вот этот новый человек. А что делать в современности, спрашивают здесь. А помните, что делал Рылеев с товарищами на Сенатской площади? А что делал Пушкин, Лермонтов? А что делал Виталий Боневур? А что делал Маяковский? А что делал Пастернак? Стоять по-человечески. Стоять по совести. Нет другого. Нет другой понятия альтернативы. Все остальное пошлость. Стоять. И сколько выстоял, столько ты и человек. Пусть 5 лет проживешь, но знаешь, что ты жил. Вопрос мой будет заключаться вот в чем. На культуру есть сейчас достаточно много разноречивых о ней характеристик и определений этого понятия. Одна часть заключается в том, что культура – это деятельность. А с другой стороны, говорят, что культура – это те ценности, которые передаются от поколения к поколению. Вот мне хотелось бы знать, как вы смотрите на культуру, как она вам, какой из своих сторон помогает вам работать? Я все-таки склонен понимать культуру как служение свету. Служение свету как в прямом, так и переносном смысле. Напоминая, что наша живая природа – это целостный организм, и что в этом целостном организме мы не голова профессора Доуэля, хотя мы сейчас такую функцию выполняем, отрезаны откуда, как разлад возник, от чего же в общем хоре душа не то поет, что море. Вот служение свету – это работа на связь, на соединение человека с былинкой, памятуя о том, что он будь трижды гений, остается мыслящим растением, на соединение человека с Вселенной, мы дети космоса, все, что на Земле, все принадлежит космосу, мы тоже, мы часть природы. И если только мне бы была бы, вот, ну, была бы такая возможность сегодня влиять на все происходящие в нашем обществе процессы, я бы сегодня с утра до ночи звал бы всех, кто сегодня ратует за преобразование, перестройку, служить свету, служить свету. Служить, значит, человеку, служить гармонии, служить красоте. Без этого мы никакими другими путями мы не придем к высоким целям. Муратова, преподаватель музыки. В Доме ученых начинается цикл лекций «Религия и музыка». Вот меня интересует отношение ваше к этой теме лично и, конечно, в аспекте школы. К музыке я отношусь, как может относиться музыкант. Я музыкант по профессии. Раз я выбрал ее, значит, я уже отношусь соответственно. К религии с очень большим уважением, как к мощному, глубокому пласту нашей культуры. У нас есть такой предмет – человек, природа и общество. Мы в этом году готовимся к
тому, чтобы его вести, готовим людей. На следующий год начинаем его. Так вот, составной частью этого предмета будет изучение Библии. Считаю, что от этого у нас слепых верующих не прибавится, а умных людей станет побольше. И руки, как колоски, в одну сторону, в одну вправо и влево. Химическом факультете МГУ, являюсь членом Координационного совета Союза клубов творческой педагогики «Эврика». Как учить всех по-разному, поскольку все люди разные? Ну, кафедрами понятно. 7-8 человек, которые специально интересуются каким-то предметом более глубоко. А вот остальных, как вы решаете проблему, чтобы дать целостное представление и вообще в обучении, и по предмету каждому, и в то же время не пытаться дать всем одинаково большой и совершенно ненужный, конечно, объем материала. Мы вообще считаем, что возраст и ум – понятия не тождественны. И 7-летний может быть много умнее, потенциально на самом деле умнее 43-летнего, 68-летнего. И, на наш взгляд, очень несправедливо всех сажать за одну парту только лишь потому, что они в один год родились. Поэтому разновозрастная структура. Но нельзя давать обучение, как мы сейчас даем, как бы по годам. Для первого класса, для второго класса, для третьего класса. Мы считаем, что основное ядро знаний, вот то, что мы называем основами наук, необходимо как визитную карточку выдавать сразу, чтобы мозг ребенка был катапультирован к тому конечному продукту, к которому идти. Если, скажем, он 14-летний, а осваивает уровень 3 лет обучения, мы так ему зачетка на 10 лет рассчитана, так и ставим ему. Зачет, уровень 3 класс. Если он в 3 классе осваивает за 10 класс, так ему и ставим. То есть независимо от того, в каком он возрасте.
чтобы вот этого не было, этой спешки. Ой, ой, а сам стимул идти состоит вот в этой вот среде, которая все время изменяет положение лидера. Лидер уже не лидер. Сейчас вышел вперед, скажем, девятиклассник, а завтра пришел третьеклассник, и такой у нас уже есть в Азовской, он его учит. То есть смещение равновесия. Есть стимул к развитию. Михаил Петрович. Да, Борис Павлович. Есть ли у вас такая задумка выйти когда-то на простор и в экономическом смысле? То есть когда школа зарабатывает себе достаточно и на жизнь, и на развитие, не выпрашивая из бюджета копейку, как это делаем мы сейчас. Я убежден, что мы сегодня, когда говорим о необходимости привлечения средств в школу, чтобы обеспечить действительно полнокровное развитие ребенка, должны одновременно говорить и о том, чтобы ребенок сам обеспечивал такую возможность. И от этого мы выиграем в конечном результате. Личность производящая. У нас есть 14 тысяч гектар лесного хозяйства. Мы вообще хотим, чтобы забота о природе и диалог с природой по-человечески был бы одним из фундаментальных составляющих нашей системы. Есть у нас сейчас пока небольшой участок мебельного цеха. Выпустили мы первую партию. В Ростове наша мебель будет экспонироваться. Мы хотим, чтобы ребята сегодня и сейчас производили ценности. Есть у нас начало работы швейного цеха. Заказана у нас большая теплица на гектар. Думаю, что приеду, мы привезем лошадей наших, которые пасутся у нас пока высоко в горах. Хотим производить кумыс. Одновременно хотим, чтобы эти лошади использовались для обслуживания огородов станичников наших. Совсем вот недавно возникла идея о кооперативе по сбору лекарственных трав. То есть в этом направлении мы, конечно же, работаем. Недавно создано свое собственное СМУ, которое пока что делает сарай. Но сарай делают так, как иные строители делают дом. Впереди у нас стройка. Во всяком случае, коттеджи, дома будем делать сами. Готовим мы сейчас столяров, резчиков. Хотим на это бросить наш художественный труд, роспись, резьба, чтобы ребята строили жизнь своими собственными руками. Поэтому мы целиком полностью на этой позиции. И вообще мы бы хотели, если у нас получится, предложить и свою собственную экономическую модель, которая бы обеспечила вот систему, которую мы предлагаем. Чтобы не нужно было просить ходить с протянутой рукой. Зеленоград, учитель физической культуры. Еще древние знали, как велика роль физического воспитания, правда? Воспитание истинно мужчины и воспитание женщины. Что же происходит? Одинаковые программы, одинаковые нормы ГТО, одинаковая безличка, одинаковый подход, даже тональность, даже тон одинаковый с девочкой в отношениях и с мальчиком. Вероятно, у вас в центре не так. Часто говорят так, вот у нас сейчас есть проблема в школе мужчин, да? Но это у нас проблема не меньше женщин в школе. Я имею в виду не с точки зрения биологических проявлений, а с точки зрения других, психологических. Почему вот я сейчас так посмотрел на Виолетту Сергеевну, вообще на наш ряд. У нас сейчас идет дискуссия. Вот, может быть, вы тут как раз примете участие в ней. Может быть, я не прав. Мне кажется, мы не выиграли от того, что мы смешали девчат с парнями в один класс. Вот я прихожу... Я хотел бы поговорить с ребятами, у меня будет другая интонация. С девчонками я не буду так говорить и такими словами. А поскольку передо мной сидят и те, и другие, начинаю усреднять. И не говорю ни с теми, ни с другими, что я делаю. Я собираю мужской совет. Сейчас у нас действует мужской совет в школе.
мужской совет, где мы собираемся, мужчины, решать наши мужские дела. Все, смотрите, бережность, да? Тонкость чувства. Нужно мужчине? Нужно? Тонкость чувства. Чувство красоты надо, чтобы защищать красоту. Что может быть прекраснее самой жизни, прекраснее женщины? Надо чувствовать красоту. Какое должно быть тонкое чувство, чтобы было мужество? Или я что-то не понимаю? Или мужчина — это мордоворот, которым гигантские мышцы, здоровая кость, он как слон ходит и давит кругом. Все так мощно давит. И чем мощнее давит, тем больше мужских качеств. Должно быть тонкое чувство, сами понимаете. Видите, как мы сами как нарушаем гармонию. А сейчас скажи, давай организуем ансамбль народного танца. Йо, да вы что, что я, девчонка? Все наперекосяк. Возьми кисть, нарисуй полотно. Да вы что, что это такое, интеллигентные штучки? А вот потому у нас и мужчин все меньше и меньше. Потому что нечего защищать. Нечего. Ибо в себе это не имеешь. Красота вроде там, я на нее смотрю, но она ко мне не имеет никакого отношения. Поэтому, конечно же, я не бросаюсь и не закрываю ее собой. Действует и совет девчат. Не хочу сказать женсовет. Действует. И мы с Валерией Сергеевной разделяемся. Она пошла к девчатам, если есть проблема, я пошел к парням. Почему не сделать? В этой же школе. Коллектив мужской и коллектив женский. Мне кажется, от этого только выиграем. Чтобы мы вернули понятие мужская честь, мужское достоинство, мужская доблесть, чтобы вообще парень почувствовал себя парнем. А так, когда у нас женщина учит с женщинами будущими, сижу и действую так же, как и они со мной вместе. То есть, в общем-то, как-то почувствовать себя, что чем же я отличаюсь. А было так. Пришли к Щетинину мальчики и сказали: Михаил Петрович, что вы слышали об ушу? И, не дожидаясь ответа, стали убеждать его в том, что ушу – это путь к гармонии, целостности, физическому и духовному совершенству. А Щетинина не надо было убеждать, он это знал. Поэтому и согласился отправить в Махачкалу группу ребят поучиться в школе ушу. Поехали, поучились, вернулись. И вот теперь в Азовской кубанские казаки осваивают пластику древнекитайской гимнастики. «Что такое ушу?» – спросили мы ребят после занятия. «Ушу – это мудрость тела и гармония чувства», – сказали мальчишки. В школе Щетинина спорт – возможность познать себя, увидеть себя в сложном мире и мир в себе. Почти все, кто занимается в этой группе, члены кафедры философии. Разве это случайно? Кваша Вадим Петрович, Краснодар. Когда мы с вами полтора года назад приехали впервые в станицу Азовскую, вы тогда рассказывали о своем намерении более широко развивать эксперимент. Называли так называемые школы первого витка, второго витка, третьего витка и так далее. Поскольку я здесь сейчас представляю недавно созданный творческий союз учителей Кубани, хотелось бы узнать, входят ли ваши ближайшие планы именно открытие новых экспериментальных площадок второго витка, третьего витка, может быть, повторяющей Азовской, может быть, развивающих, а может быть и вообще альтернативных ей? Вадим Петрович, нам бы, конечно, очень хотелось иметь союзников. Очень. Но нам бы хотелось, чтобы мы чертили свою линию. А те, кому она близка, считая ее интересной, по своей доброй воле, вбирая в себя, что мы сделали из этой линии интересного, чертили свою линию. Штамп у нас – это смерть. Я хочу приезжать к моему другу Тубельскому и видеть у него его вариант. Я хочу приехать к Орехову, видеть его вариант. Хочу видеть вариант Шалвы Аманашвили. Единственное, чего хочется, чтобы мы на одной платформе стояли во имя, ради
жизни во имя ради ребенка. И у нас сейчас есть последователи в Тихорецком районе, в Калининском районе, в Тимошевском районе, в Динском районе. Очень надеемся, что и в Северском будут последователи. Очень. То есть в том районе, где мы живем и работаем. Беда общества нашего в том, что учитель у нас до сих пор еще имеет 18 часов ставку. Это очень много, очень много. Хотя бы наполовину меньше. С тем, чтобы он мог эти 9 часов, но выдать таким образом, чтобы это хватило на всю оставшуюся жизнь. Учитель, находясь в рамках системы, он вынужден ее тянуть. И когда вот мне сейчас говорят, что если учителя будут жить по-братски с детьми, сохраняя традиционную систему, я всякий раз отвечаю, они будут в роли кота Леопольда. Давайте жить дружно. Но система вносит азверин. Она сама по себе рассчитана на подавление. И поэтому, когда вот мне сейчас говорят, мол, вот серый учитель, когда вот учитель станет красочным, тогда давайте. Да он потому таким становится, что мы его делаем усредненным, мы его лишаем голоса. Тем самым инспектором, самыми жесткими установками, урок – это святыня. Не ребенок, не ты, учитель, святыня в школе, а программа. О чем мы сейчас вот говорим? Недавно мне кто-то говорит, слушайте, вот вы прям про школу говорите, а мне школа, например, ничего не дала. Я своего учителя не помню. Почему? И вообще, какие там учителя были, я никого не знаю, не помню. То есть все как будто что-то было, да, какое-то мессиво. А вот, чтобы я запомнил что-то слово, ну, запомнил когда-то жест, все стерлось. Вот чтобы этого не было никогда. Поэтому это вопрос вы мне задаете, а я вроде как в роли государства вам на него отвечаю. Если бы я был государство, я бы сказал, будьте учителем, женщина вы или мужчина, а я государство, сделай все, что вы могли быть и в доме полноценным человеком, и на улице полноценным человеком, и в классе, чтобы вы не стеснялись самого слова «учитель». Спасибо. Я бы хотел спеть песню. Росинка серебристая в ладошку мне упала, и небо голубое нырнуло мне в ладонь. В синих искрах отблесках песня заиграла звездными аккордами, звездная гармонь. Звездными аккордами, звездными аккордами, звездная гармонь. Стою я в изумленье, в ладонях свет души. Остановись, мгновенье. Забвенье не спеши. Березовая чистая песня серебристая, вселенная лучистая, росинка, рось моя. Березовая чистая песня серебристая, вселенная лучистая, росинка, рось. Валева Татьяна, учитель математики. Михаил Петрович, я думаю, настал тот момент, во всяком случае, очень хочется предоставить слово ребятам вашей школы. Тем более, вас приехало 46 из станицы.
Вот, поэтому я думаю, если ребята немножко смутятся, то учителя их поддержат. Буквально в одном предложении, ребят, что для вас самая суть вот этой школы? Что для вас самое ценное в ней? Я уже в этом году выйду из школы. Из всего времени, что я учился раньше в школе, по-настоящему я учусь только один год, вот этот последний. Только это скажу, да, я хочу идти в школу, я этим живу. До этого был какой-то страшный сон. Ну, у меня ответ короткий. Я хочу жить этой школой. Ну, эта школа становится для меня смыслом моей жизни. Наверное, в этой школе мы строим будущее человека. И каждый из нас должен при этом, наверное, участвовать и помогать этому. Учитель, для меня школа – это возможность по-человечески работать, общаться и в целом жить. Я тоже учитель. Для меня школа – это возможность творчества и сотворчества. Для меня школа – это счастье. Это живая музыка, которая создается каждый день на глазах всеми нами. Кому-то что-то сегодня хочется изменить в вашей школе или нет? Или вот все, всем довольны? Мы уже недовольны этим уровнем нашим. Для нас это пройденный этап. Мы уже стремимся к чему-то большему. И поэтому, естественно, от проблем мы не застрахованы. И неудача тоже ожидает. Но мы не намерены сдаваться. Мы действительно творчески приходим на уроки, чтобы именно говорить друг с другом и друг с другом общаться. И здесь законченность и совершенство недостижимы, а развитие и совершенствование бесконечны. Секретарь Северского райкома партии, района, где сегодня у нас Михаил Петрович. Я тоже отступлю немножко от нашей традиции и не буду задавать вопросы, а просто скажу, что сегодня Краснодарский край, наш Северский район, в лице Азовской школы получили, как у нас на Кубани говорят, родник, живительный родник, из которого можно напиться чистой, прозрачной воды. Сегодня эта школа, даже для тех, кто не верит в успех этой школы, делает свое огромное, большое дело. И мне просто хотелось обратиться к сидящим здесь, в этом зале, и тот, кто будет слушать нашу передачу, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте в школу, посмотрите, как на самом деле идут там дела. И надо не просто искать, что же плохо, что же не получается, а может всем вместе помочь найти те пути. Ведь сегодня педагоги, родители, учителя, я говорю не просто Михаил Петрович, а именно действительно содружество, делают самое главное, ради чего, в общем-то, сегодня предназначена школа. Школе это развитие, гармоническое развитие наших детей, это здоровье, и во имя этого стоит рисковать, пробовать и дерзать.